Всем привет из солнечной Италии. Привет из Рима. Это видео снято в субботу и воскресенье. Какие у нас новости? Самая главная новость, то что многие регионы в Италии перешли в желтую зону. Желтая зона – это зона, где меньше всего ограничений. Бары и рестораны работают до 6 вечера, после 6 вечера на вынос. Вы видите, как люди сейчас пьют. Это люди, которые взяли капучино на вынос, и приходится вот так вот на улице, прогуливаясь, его выпивать, потому что останавливаться тоже не разрешается. Но все-таки полиция не так сильно контролирует, и люди спокойно сидят и, как видите, и пьют капучино, и вечером на площади перед Пантеоном один ресторан уже выставил все столы на улицу, приготовился к желтой зоне, и эти столы вечером были все заняты, потому что люди уже соскучились, итальянцы сидели за этими столиками, кто-то пил пиво, у кого-то, кто что взял на вынос, тот с тем и был. Да, я говорю Джорджу, итальянцы готовы, посмотри, приготовились к желтой зоне. Только открывайте рестораны. Погода в выходные дни нас порадовала и дала возможность людям погулять по городу. Посмотрите, сколько красивых людей, элегантно одетых. Но, конечно, дождь про нас тоже не забыл. И еще одна новость хорошая для нас. У нас открываются музеи с 1 февраля. И можно будет куда-нибудь сходить. И как вы видите, на улице очень много людей, все в хорошем настроении. На улице Виа Колла Диренца, на нашей улице было то же самое, и Карло говорит, никакой вирус не заставит людей сидеть дома. Хорошая погода. И сегодня, кстати, когда мы вышли из дома, почувствовался запах весны.
Хотя для весны еще рано, конечно. А это витрина Фэй. Я первый раз вижу, чтобы бренд выпустил коллекцию для собак. Это любимая марка. Итальянцы любят эту марку. Часто можно встретить женщин в пальто этого бренда. И чем дальше мы отходим от основных прогулочных улиц, тем меньше людей мы встречаем. Все-таки самые любимые улицы для гуляния у жителей города – это улицы, где есть магазины. Это испанская лестница. В субботу вечером, посмотрите, люди сидят на лестнице. Впервые за долгое время на площади не было полиции. И также покажу несколько кадров выключенного фонтана Quattro Fiumi на Пьяцца Навона. Без воды его можно очень хорошо разглядеть, рассмотреть все мелкие детали. Такие выходные у нас были в Риме. Увидимся в следующих видео и всем пока!